Всем большой-большой привет! Очень рада вас видеть. Сегодня снимаю для вас, мне кажется, достаточно долгожданное видео. Меня еще просили похожее видео снять, когда мы жили в Канаде. Я даже не помню, почему я не хотела его снимать. Во-первых, мне казалось, что это... Мне казалось, что это очень такая странная вещь рассказывать о том, сколько стоит жить в той или иной стране. Потому что, понятно, по объективным причинам все тратят разное количество денег на жизнь. Но почему-то тема жизни именно в Черногории затрагивает такой огромный интерес именно в этой плане, сколько же стоит жизнь в этой стране, потому что на самом деле жить здесь не так дешево, как кажется. Не так дешево, как кажется. Во-первых, я попробую вам об этом сегодня рассказать. Не знаю, как у меня получится, но надеюсь, получится. Я вам попробую рассказать на примере нашей семьи. Насколько можно. Вот, я бы вообще выделила, наверное, два вида людей, которые живут в Черногории. Это такая нестандартная страна в плане иммиграции сюда, потому что сюда уезжают люди, которые просто устали жить там, где они устали, где-то на севере, либо просто, не знаю, допустим, в России, и либо даже, может быть, просто где-то за границей, где-то там на западе, они просто устали, они переезжают сюда, у них есть какие-то доходы, может быть, они находят какое-то дело, не знаю, жизни здесь, но это такое, мне кажется, возможно, мне так кажется, я, может быть, здесь очень необъективна, мне кажется, таких людей, кстати, здесь достаточно, но... Я живу в городе Тивот, и здесь большое такое комьюнити, ну, как сообщество людей, экспатов, ну, вообще вот приезжих из Запада, из России, тех, у кого бизнес остался где-то в другой стране. То есть они, может быть, здесь имеют какой-то такой, может быть, доход, что-то где-то открыли, но это, как правило, как мне кажется, опять же, у меня очень субъективное мнение на этот счет, сужу по людям, которые меня окружают. Но, как правило, доход у них идет из другой страны. И здесь они живут, они сюда не приехали без денег, да? И у них доход приходит оттуда. Это, как правило, работа на удаленке. Это, я не знаю, либо какие-то бизнесы, либо какой-то фриланс. И вот они здесь живут. Живут здесь именно в кайф, и поэтому... Ну, это такая, как вот достаточно, кажется, большая прослойка людей здесь. Это я говорю не только про русскоговорящих, я говорю вообще в целом про людей. Здесь есть из Южной Африки, из Канады, и, не знаю, из Европы куча людей. То есть они сюда уехали осмысленно именно от вот этого вот такого, не знаю, давления западной цивилизации, капитализма, т.д. и т.п. Русские уезжали, не знаю, русскоговорящие от того, что, значит, их не устраивало в их странах. Они уехали сюда, и это здесь, знаете, такой вот реально, ты живешь как будто в каком-то пузыре, какой-то совершенно своей жизнью именно здесь. Может быть, это мое ощущение именно в Тивоте, но, возможно, вообще в Черногории. Ты живешь оторванный от реального мира в какой-то своей, вообще, не знаю, такой каше или в каком-то таком своем бульоне варишься. Вот какие-то такие вот у меня ассоциации. Здесь мы просто живем для себя просто в кайф. Поэтому нам кажется, что здесь мы тратим больше денег, чем в Канаде. Это очень частый вопрос. Это, кстати, очень ошибочно предполагать, что здесь страна дешевая. Ну, в принципе, страна здесь и правда такая достаточно бедная, да, относительно, скажем, Канады. Но, тем не менее, жить здесь обходится дороже, чем мы жили в Канаде. Вот, не знаю, то ли кофе я стала чаще пить, то ли чего, но тем не менее. Давайте посмотрим, почему так. Ну, первое, что я написала, это дом. Здесь мы дом снимаем, я даже не буду сравнивать с Канадой, не знаю, фиг с ней. Вот, и с Россией, мы там 10 лет там не жила. Мы здесь снимаем квартиру, двухспальные апартаменты, совмещенные большой гостиной и кухонной зоной, и две небольшие спальни. Я бы сказала, что спальни маленькие, если честно. Два туалета, живем мы на третьем этаже, у нас еще есть свой балкон с такой вот, ну, с мебелью. Никакого хлама на балконе мы не храним. Смотрим, я все выписала. Так, мы платим за квартиру 1000 евро в месяц, это включая... Не понимаю, что я здесь написала. В Тивоте. Мы живем в Тивоте. В Тивоте самая дорогая недвижимость, самая дорогая аренда недвижимости по цене, самая дорогая продажа недвижимости. В общем, самый дорогой город Черногории. В общем, мы сюда не заумудрились впихнуться каким-то образом. Значит, 1000 евро стоит наша квартира в месяц. Плюс мы еще за воду и за электричество. Но выходит, ну так, выходит, не знаю, сколько там выходит. Блин, я здесь не пишу, сколько выходит. Дальше. В целом это считается жилье, наверное, дороговатое для Черногории. Во всяком случае, 3 года назад, когда мы только начинали снимать, это было дорого. Даже для Тивота это было дорого. Но сейчас уже очень много всяких предложений. И это уже, ну, наверное,
Наверное, уже нормальная. Что касается жилья, в целом здесь, в Черногории, можно найти квартиру за 300 евро. Тоже, ну, двушку не знаю, двушку вряд ли. Ну, однушку, ну, как бы однушка, это что, это спальня. Здесь считают также только спальня. То есть, допустим, квартира с одной спальней и общей зоной будет, ну, за 300 евро, мне кажется, легко найти, даже, знаю, за 200 евро. Ну, то есть, наверное, за 350 евро двушку найти можно. Это будет, наверное, не идти, вот это будут другие города, но тем не менее. Также, допустим, если брать порты Монтенегро, которые здесь находятся, то здесь, допустим, за двушку вы отдадите 2500, наверное, в месяц и больше, наверное, ну, вот так вот в среднем. А, то есть, как бы, тоже, опять же, да, очень сильная разница от того, к какому жилью вы привыкли, что вы ждете. Если вы ждете что-то очень красивое, не знаю, стильное, не знаю, там, модное, это одна цена. Если вы, не знаю, если ваш бюджет ограничен, и вам нужно просто двухспальная квартира, на эти деньги вы тоже найдете за 200, не знаю, там, 350 евро, я думаю, вполне можно найти. Если там где-то это бары, туда, в те города, я думаю, там продаются такие деньги, можно снять жилье легко, я думаю. Вот, то есть, как бы, опять же, сложно судить, сколько вы будете... Очень часто в фейсбучной группе пишут, да, сколько будет стоить мне проживание в Черногории. По-разному. Поэтому сложно, естественно, ответить на этот вопрос, как в любом другом городе. Но разброс цен здесь большой. Рынок, кстати, небольшой. Рынок, вот, так, скажем так, дорогого жилья здесь не очень, так сказать, много предложений. Что-то бюджетного, кстати, гораздо легче найти. Но вообще, кстати, квартиры интересны, становятся все больше и больше с каждым годом. Школа. Это следующее по такому, как бы, по объемам на детей. В Тивати две международные школы. Дети у нас ходят в международную британскую школу. Обучение идет полностью на английском языке, учителями, носителями языка. Ну, не знаю, процентов, наверное, 80 таких вот учителей в школе. Школа обходится, я вам сейчас скажу. Во-первых, есть такое понятие, как фин, как плата при поступлении. Это во всех международных школах. В нашей школе это от 1000 до 2500 евро. Платится это единоразово при поступлении в школу. В зависимости от возраста ребенка. Чем младше ребенок, тем дешевле. Чем старше ребенок, тем дороже. И год в школе стоит от 7000 евро до 13500 евро, в зависимости от того, опять, какой возраст ребенка. Мы платим 10000 евро за каждого ребенка в год. Вот, примерно это так. Если сравнивать с другой интернациональной международной школой, то это считается дешевой у нас школа, там цены почти в два раза дороже. Вот, в целом по стране есть еще несколько школ, если честно, я не приценилась, я не знаю, но мы здесь живем у моря, другие все школы находятся туда, в горах, не знаю, где-то там в Подгорице, еще где-то, поэтому эти наши школы даже мы их не рассматривали. А что касается школ, то здесь, в Черногории, не все школы платные, точнее, платными, только частные школы какие-то, да. Если мы говорим с вами о государственных школах, то они бесплатные, вы, по-моему, сейчас, дайте я проверю, 40 евро вы платите при поступлении в школу. Мне, да, 40 евро могут какой-то там есть взнос. Вот мне девочки специально не узнавала, она сказала, 40 евро они заплатили при поступлении в школу, что-то типа такого взноса было. Также еще просят прививки. При поступлении в школу обязательно в Черногории лист прививок. Но если у вас нет, по каким-то причинам вы являетесь противником прививок, то вы здесь просто платите штраф. Я вообще слышала 200 евро, но из последнего что-то, кто-то мне говорил, даже 500 евро вы платите какой-то штраф, и дальше вас спокойно берут в школу, и всем остальным, и дальше уже всем плевать, есть у вас прививки или нет. Дальше. Бензин. Евро 20 за литр. По-моему, с тех пор, как я писала этот список, и бензин уже подорожал. Мы заправляемся два раза в месяц примерно. Бак у нас 50 литров. То есть это в месяц на машину у нас выходит 120 евро в месяц на бензин. Ездим мы здесь очень мало, расстояние очень маленькое, поэтому... Дальше, всякие кружки для детей. Давайте посмотрим. Ну, значит, что у нас у детей? У нас у детей сербский, у Глеба, он занимается сербским языком. Это 14 евро за одно занятие. Нормальная цена такая, средняя. Не дешевая, но и не самая дорогая. Также у Бори есть русский онлайн. Примерно стоимость его занятия 1100 рублей за занятие. Шахматы он занимается, оба ребенка у нас занимаются шахматами по разу в неделю. 20 евро за урок. Учительница берет недешево, но она как бы офигенная, скажем так. Дальше у них еще есть теннис. Теннис примерно стоит где-то 150 евро за 5 уроков. То есть где-то по 30 евро за урок получается, так? Нет, наверное, чуть меньше, может быть. Я просто плачу сразу блоками за себя и за детей, поэтому я могу примерно так представить. Ну, в районе 150 евро за 5 занятий стоит теннис. И кикбоксинг – это 20 евро за занятие за двух детей. Вот. Кикбоксинг у них тоже два раза в неделю. Также занимаюсь я занятиями. У меня теннис. У меня стоит ближе к 200 евро за 5 занятий, потому что я играю на счет
С преподавателем это гораздо дороже, естественно, ему приходится бегать. Но можно, допустим, я могу пойти поиграть с кем-то из знакомых, но таких знакомых у меня нет, кто хорошо играет. 8 евро стоит корт всего-навсего, и все, выдаются вам 3 мяча, остальное, и ракетки вам даже могут дать. Также я занимаюсь йогой, это 40 евро за 8 занятий, самое бюджетное занятие у нас. Также у меня ходит Федя, он ходит играть в бадминтон. Стоит это 10 евро за час съемки зала, но еще он ходит также на кикбоксинг, но, если честно, я забыла у него спросить, сколько стоит. Ну, может быть, так же вот примерно, как вот у детей. Дальше, давайте смотреть. Магазины. Мы не употребляем с некоторых пор алкоголь, мы не употребляем мясо, мы не употребляем молочку, мы не покупаем рыбу домой, то есть... Все такое самое дорогое мы сейчас не употребляем, поэтому выходит примерно так. На еду мы тратим, на покупку еды, это входит сюда магазин и типа рынка, так сказать. Примерно 700 евро в месяц мы тратим на продукты. Покупаем вот только овощи, фрукты, крупы и бобы, типа того. Вот. Я каждую неделю покупаю себе цветы. Цветы, букет цветов мне обходится примерно в 10 евро в неделю, где-то так. Каждую неделю я покупаю себе новый букет. Шопинга здесь, в принципе, нету, покупать тут особо нечего. На эти мы здесь деньги особо не тратим. Ну, если вдруг, не знаю, нужно детям заменить ботинки в этом месяце, ну, потратим, не знаю, там, ну, 50 евро в месяц. Иногда я могу себе что-то купить, но я себе, конечно, покупаю что-то подороже. Но глобально это такая статья расходов, которая у нас не предусмотрена ежемесячно, просто потому что здесь, ну, нечего здесь покупать. Если хочешь покупать, езжай в Москву или в Европу. Вот, но вот, да, вот было, я купила себе, да, там, эти шлепки, да, стоили они, конечно, дофига, но, как бы, не знаю, за полгода купить одни шлепки, ну, не big deal, мне кажется. Вот, что касается кафе, я вам не могу сказать, сколько мы тратим в месяц на кафе и ресторан, это большая статья наших расходов, мы постоянно куда-то что-то ходим. Вот, потому что мы перестали вести учет, не знаю, прихода, дохода, ну, вот как-то вот так вот прям вот все очень скрупулезно записывать, мы это делали в Канаде, здесь мы что-то перестали это делать, но вообще думаем к этому вернуться. Ну, давайте я вам просто расскажу навскидку, сколько стоит кофе. Кофе я пью капучино, поэтому в целом по стране, допустим, вот вчера я пила капучино за евро и 40 центов, это была просто какая-то мутота, которую надо было вылить вообще в помои. Но, тем не менее, такое продается, наверное, может быть, но это был очень крепкий. Вообще, местный кофе для меня очень крепкий. Ну, вот, то есть, вот от евро 40, да, ну, пусть будет от 1,5 евро до 4 евро может стоить кофе. За 4 евро это будет, конечно, очень вкусно, но, тем не менее, это вот, ну, то есть, в 4 раза почти, да, отличается, ну, пусть будет в 3 цена за кофе. Можно найти, мы будем севернее, еще дешевле. Дальше. Завтрак в ресторане будет стоить, я не знаю, ну вот если брать здесь вот порт, от 7 до 11 евро за блюдо, но по стране, если брать, можно и за 3,5 евро покушать, позавтракать, это у вас будет сюда входить, ну за 4,5 евро точно у вас будет входить, да даже за 3,5 можно найти, и кофе, и сок, и какое-то блюдо, да. Дальше, обед, да, ну, в среднем по стране это можно и за 4, и за 6 евро найти, ну, за, я не знаю, мясные блюда не смотрю, мясные блюда не знаю, сколько стоят, я говорю про такие вот вегетарианско-пескетарианские блюда, вот, ну, например, вегетарианский бургер стоит 5 евро у нас, где-то здесь, то есть, ну, грубо говоря, чтобы вот так вот покушать на одного человека, ценник может варьироваться по побережью, пусть будем так, да, говорить, не знаю, там, вот, и окружные, и близлежащие эти самые территории, ну, от 5 евро до 20 евро. То есть где-то так. То есть вы понимаете, чем дороже ресторан, тем дороже, да, и тем, скорее всего... Ну, я не могу сказать, что там будет вкуснее, там будет разнообразнее. Но вообще, если вы любите разнообразную кухню, Черногория вряд ли вам в этом может помочь. Здесь, в принципе, кухня примерно везде одна и та же. Ну, есть какие-то там изыски, но за эти изыски вам придется заплатить. Например, суши, вот просто набор суши здесь, роллов даже, не суши, роллов. Допустим, что-то типа Калифорния, которая в Москве, я знаю, в Якитории стоит порядка 600 с чем-то рублей, ну пусть будет 700 рублей, здесь стоит 15 евро. От 15 до 20 даже евро. То есть это вообще другой порядок цен, вы понимаете, да? Вот. Если же сравнивать, допустим, рестораны Москвы и Черногории, ну пусть будет Тивата и Порто-Монтенегро, все-таки здесь находятся самые такие, типа, вкусные, то в Москве гораздо вкуснее и в Москве цены дешевле. Вот, если говорить об этом. Поэтому получается где-то так. Я не стала специально высчитывать, сколько мы тратим в месяц total. Я вот вам примерно сказала. Примерно так. То есть в зависимости от того, где вы пьете кофе, пьете ли вы вообще, ходите вы в ресторан, не знаю, дети какой у вас в школе учатся, и я не знаю, снимаете вы или у вас свое жилье, соответственно, это все очень сильно меняются, все эти цены. Ну вот где-то вот примерно так выходят у нас такие траты здесь, в Черногории.
основные наши траты, других пока, ну, то есть там на паром, окей, 4,50, ну, как бы мы на паромом пользуемся редко. Как-то так вышло, такое вот было видео, надеюсь, оно было хоть чуть-чуть интересным, немножечко приоткрыло вам завесу того, что такое Черногория, какие здесь цены, надеюсь, что вот как-то. Спасибо, что посмотрели, всем пока!